В Анапе работа общественников налажена на высоком уровне. Недаром с 2007 года в краевом конкурсе на лучший орган ТОС побеждают и занимают призовые места именно анапчане. Работа с молодежью и пожилыми людьми, патриотическое воспитание, благоустройство территорий и поддержание порядка и уюта на городских и сельских улицах – все это заботы общественников. На первом форуме общественники подвели итоги работы в высоком сезоне и обсудили проблемы, с которыми изо дня в день приходится сталкиваться. Ведь не секрет, что население в основной своей массе пассивно. И наша задача – максимально вовлечь каждого человека в решение вопросов местного значения. Органы ТОС наладили работу с молодежью, советом депутатов, а главное – с населением. Вы проводники тех проблем, вопросов, транслируете, передаете и все совместно с людьми стараетесь их решать. Форум станет традиционным в Анапе и в следующем году пройдет в новом формате. Вместо докладов должно быть живое общение, призвал участников форума заместитель главы города Олег Костенко.